Всем привет! Если кто-то не всерьез воспринял все, что было накануне, вот вам еще один пруф, такой более жесткий. Давайте посмотрим, что Роскомнадзор хочет. Он просит всех операторов сообщить о том, используют они Google кэш или нет, и в срок до 5 следующего месяца, то есть 15 дней дал на подумать. И попутно сообщает, собственно, что Google кэш не должен работать. Я не думаю, что у Google кэш есть сертификат в области связи. Это просто impossible. Я удивлюсь, если это так, ну просто потому что потому. Соответственно, ждем развязки. Скорее всего, операторов нагнут или перетряхнут, или каким-то образом вынудят проявлять лояльность при блокировке отдельных ресурсов сверх, например, законом регламентируемого в обмен на, скажем так, смягчение наказания или игнорирование, закрывание глаза. Но вы все понимаете, да, что Роскомнадзор, если следует букве закона, то он должен именно сказать: операторы, вы используете Google кэш? А ну выключайте резко, живо. И все таки блин, о. В общем, будет грустно. И если вы сомневаетесь, что это как бы фейк, то вот вам, пожалуйста, пройденная проверка этого документа с подписью. Вы подписаны то есть, с той самой Надеждой Михайловной. То есть все даже совпадает. Ой, Саяпиной. Ну, правильно, Саяпиной Надежда Михайловна. Так что вот такие вот пироги, ребятушки. Ждем новостей, точнее не новостей. Я думаю, следующим шагом будет уже деградация сервиса. Вы думали... Отключение некоторых сайтов из-за там, некорректных блокировок – это конец? Нет, это начало. И, ребят, если кто-то владеет информацией какой-то или есть схожие письма, не стесняйтесь, пишите мне вот на этот адрес. Если нужно сохранить анонимность, сделайте пометочку. Всем хорошего дня!